selector. Ну что, ребята, всем привет, вы на канале Ахиллес Роблокс, с вами Ахиллес. И да, это свершилось, как же радостно мне сейчас приветствоваться с вами, вы просто не представляете. Потому что в моей игре вышло мега обновление. О май гад! Вау! Наконец-то я его доделал, я просто... рад сам собой, что я это сделал, вы понимаете. Я... хотите, я вам скажу, когда было последнее видео по какому-нибудь хоть обновлению моей игры? 7 месяцев назад. Больше 7 месяцев. Ну, 7 месяцев или чуть меньше 7. Я делал это обновление. Вы понимаете, как долго это? Это слишком долго. Но... я вам расскажу немножко предысторию. Вначале я хотел сделать рождественское обновление. Потом передумал, потому что по срокам не успевал. И потом уже начал делать это мега обновление. Но, друзья, школа, 9 класс, экзамены. Все это мешало мне делать видеоролики и делать эту игру. Но... сегодня, в этот же день, когда я записываю это видео, я доделал обновление, ну, не в момент этого видеоролика, конечно же. В этот день я доделал обновление и снимаю его специально сейчас для вас. Ну что, ребята, погнали. Как вы видите, вот здесь вот у меня есть уже... девелопер, звание, ранг, так сказать. И мой никнейм написан. Теперь у каждого игрока будет сверху писаться его ранг и никнейм. У всех будет плеер, кроме меня. Друзья, давайте перейдем к листу изменений. Вы уже слышите, наверное, новую музыку, которая играет в этом плейсе. Так, что было обновлено? Обновлено лого. Обновлена музыка, обновлен магазин, обновление графики, обновление кодов, добавлены эффекты кнопок, финальные изменения графики, пофикшены баги и многое другое. Друзья, сейчас эта игра находится в закрытом доступе, я ее финально дотещиваю. Я ее открою, когда буду проводить стрим. Так же, как я проводил стрим после мега-обновления прошлого. Друзья, также нужно обратить внимание, что это первая версия игры. Все, что до этого, это были беты. Я теперь определился на 100%, как я буду делать игру и как я ее буду обновлять. Поэтому у нас релиз игры, можно похлопать. Ну, а мы продолжаем. Можно видеть мою статую, новую статую.
с новым скином. Да, с новым. По-моему, этой статуи не было с этим скином. И я держу в руках кнопку YouTube, так сказать, в котором написано название моего канала. Вы уже заметили, как обновлена здесь графика. Посмотрите просто, как престижи отображаются. Точнее, поинты. И как отображаются престижи. Ну, красиво, согласитесь. Это очень красиво. Я просто старался. Также, теперь, когда ты пишешь что-то в чате, например, хай, это отображается и сверху. Это во многих играх есть, и я это сделал, потому что это реально удобно. Это удобно. Также, друзья, обновлены вот эти кнопки. Но посмотрите. Эффекты кнопок вот такие. Теперь кнопка приближается, и когда нажимаешь на нее, она отдаляется. Вы просто посмотрите, как это красиво. И да, друзья, коды у меня теперь под значком YouTube, потому что меня нет в Твиттере. Мне нету смысла делать такой значок. И тут написано: подпишитесь на канал Ахиллес Роблокс, чтобы узнать больше кодов. Кстати, к кодам перейдем попозже. Есть новые коды, а есть немного другие, но я расскажу попозже. Вот также реберсы. Ну или престижи. Престиж — это реберс, который дает тебе больше поинтов. Я могу сейчас сделать престиж, но я не буду этого делать. И магазин донатный. Теперь здесь два геймпасса. Покупание поинтов за донат я убрал. У меня, конечно же, они есть, потому что я разработчик этой игры. На X2 поинты и випочка. Сколько они стоят, я, конечно, не помню. Да и смотреть не буду. И вот эта кнопка, которая есть только у разработчика игры, у меня и еще у моего помощника, моего брата, Бангуи. Ну, оно кривоватенько, я ее потом настрою. Друзья, вот такая вот теперь новая локация. Я надеюсь, вам понравилась моя начальная заставочка. Вот тут вот теперь у нас, так сказать, такой Китай красивый. Тут у нас красивый прудик. Здесь лидерборды. Лидерборды я сделал на 13 мест, однако 13 место плохо видно. Также, друзья, здесь вот качалка у нас. Это отсылка к моей будущей игре, которую сделаю, я надеюсь, этим летом ее хоть чуть-чуть, но сделаю и выложу ее в тест. Тут, друзья, у нас появился шоп. Тут такая красивая аллея, домики. Просто красота. Также у нас тут разбросаны поинты по локации, которые вам дают определенное количество. Тут завод теперь находится. И тут вот у нас городок, так сказать. Райончик жилой. Вот со скамеечками, со всем этим делом. Все прозрачное, чтобы, ну кроме зданий, чтобы не стукался, не летал и нормально все было. Тут, друзья, у нас невидимые стенки везде есть. Ну, они ж невидимые, поэтому... И, друзья, портал. Портал в мир порталов. Да. Странно звучит, но я знаю. Оно так и есть. И, друзья, не зря на превьюшечке игры было нарисовано Worlds. Что в переводе миры. Потому что я буду добавлять миры в будущем. Вот можно уже понять, что будет за мир следующий. Конечно, тут вот две елки, они пропали почему-то. Это надо пофиксить. Тут тоже поинты, которые дают больше, чем в стартовой локации. Но тут их неудобно собирать на больших скоростях. И вот виповская комната. Новая, которая у меня есть, потому что я разработчик этой игры. Тут поинты очень много дают. Поэтому випочка — это очень крутая вещь. Ну и тут вип-шоп. Да, обновлена графика этих магазинчиков. Давайте зайдем в первый магазинчик и посмотрим, что там есть. Готовы? Погнали. И вот так вот теперь у нас выглядит магазин Trail Shop, который недонатный. Тут мы видим цвета наших трейлов. И тут вот мы видим, за сколько престижей мы можем их одеть. Но у меня два престижа только, поэтому я могу одеть белый трейл. Друзья, сейчас переработали трейлы, и они очень долго за тобой тянутся. Но я постарался вот эту тяготу уменьшить по времени.
Вот такой вот, друзья, у нас магазинчик. А теперь идем в виповский магазин. Виповский магазин у нас 4 трейла. Это лаймовый трейл, кримсон или же малиновый трейл, световой трейл и радужный. Радужный. Вот такой вот. И световой трейл. Так. Вот такой вот. Видите? Прикольно. Но. Друзья. Так. Давайте перейдем к нашим кодам. Заходим в коды. Друзья, сразу хочу сказать, некоторые коды могут не работать, потому что я переделал старые коды, и переделанные старые коды, которые вы вводили раньше, вот эти, они у вас введены и не будут работать. Так, первый код. Релиз. Код уже был введен. Он дает 35 поинтов. Дальше код. Worlds. Код был введен. Он дает 50 поинтов. Я говорю, я старые коды перерабатывал. Код. Work. Работа. 100 поинтов дает. Введен. Код называется, он такой длинный. Months. Of. Work. Что в переводе месяцы работы. Обязательно пробелы тут должны быть. Код был введен. И он дает 150 поинтов. А код works 100 поинтов. И код названия моего канала. Ахиллес Roblox. Он дает 300 поинтов. На этом все. Вот такое вот было мега обновление, над которым я старался, трудился. Хотел сделать все красиво и просто бомбой. Я надеюсь, вы меня все поддержите лайком, подпиской на канал. Ждите стрима, на котором эта игра откроется и каждый в нее сможет поиграть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.